Очень важный момент то, что происходит сегодня в Республике Беларусь. Вы знаете, я так же, как и все граждане сегодня соседних государств, наблюдая за Белоруссией, также наблюдаю я. За Белоруссией я всегда наблюдал особенно, потому что я неоднократно говорил о том, что Молдове нужен второй Лукашенко. Вы знаете, я полюбил Лукашенко очень много лет назад, как хозяйственника, человек, который просто мог дать и по шее любому там коррупционеру, любому чиновнику любого уровня, который делал что-то не так. Я видел, как он болезненно, жестко реагировал, если он находил какой-то объект в удовлетворительном или тем более неудовлетворительном состоянии. Вы видели тысячи, десятки тысяч роликов, которым ставили лайки и русскоговорящие, и ставили ему лайки, стали люди абсолютно жители всех постсоветских республик, потому что в Беларуси лучшие дороги из любой постсоветской республики. У них чище, чем в других. У них нет закрытых ферм, заброшенных птицефабрик и так далее, и так далее. Все это мы с вами видели, и все это, и всему этому аплодировали. Но то, что происходит в последние дни, и когда я вижу некоторых там наших тоже правых там специалистов, вот, судерем по порлу Димбело, Республика Беларусь, ну, со всего пряск, смерг, мать и парь, кыны, вот, спеште, не штю, ну, вас пораз, не штю, обусыц, политика молдавняцка, кари, ну, под, ну, под фачу дифференция, антре, кумарат, он трактор, шкумарат, шкумарат, вака, димолс, а по кярпцин мигрятся, да? Сантемпла лукруш фарти урити. Астас уамни суфрим бил на Минск, на алти ураши дим Беларуся. Уамни сын малтратац, уамни сын батуц, баджакуриц. Вы знаете, когда я вижу все, что пишут, вот это там майдановцы, такие сяки и так далее. Послушайте, вы специалисты там по майданам, не майданам и так далее. У меня к вам вопрос. Пока был Плохотнюк, и Плохотнюк себе позволял такие же вещи у нас в стране, значит, вы все кричали «диктатура». А тут сегодня для того, чтобы подлизаться к Александру Григорьевичу, так как это делает успешно, тот молдавский руководитель, у которого я вам сказал, за пределами Молдовы у него максимально разрешенная высота для ходьбы, это 90 сантиметров, чтобы попасть под любой стол и там уместиться в любой позиции. Значит, вы сегодня начинаете что-то рассказывать. Послушайте, это ужасно то, что происходит сегодня в Республике Беларусь. То есть то, с каким варварством, коварством бьют журналистов, бьют молодежь, бьют людей, все эти ментозавры, значит, это с этим не может сегодня согласиться ни один нормальный человек. Я все годы поддерживал и очень многие вещи учил для себя из того, что связано с Республикой Беларусь, с экономическим развитием, развитием сельского хозяйства и другого. Но то, что происходит там после выборов и то, что даже происходило незадолго до выборов, это у меня может вызвать только одно чувство, только возмущение. У нас Александр Григорьевич Лукашенко, это как бы для вас. Я думаю, что вам там ваши сотрудники напишут, так и те, кто мониторит ситуацию. Вы поймите одну вещь. У каждого в жизни наступает тот период, который нужно уйти. Да, нельзя уходить из-за каких-то провокаторов, если это тем более там финансируется, как говорят, там какими-то преступными группировками и так далее. Но я не вижу сегодня на улицах Минска и других городов Беларуси людей, которые вышли на защиту. Александр Григорьевич, если вас поддержало 80% людей, то вышли бы сегодня жители Беларуси, просто бы настучали бы по шапке и просто бы все закончилось, если эти 80% есть. Я помню, когда против меня выставляли палатки, пикеты
перед бельской мэрией, причем бельчане нашли, которые согласятся протестовать, привезли залетных, то через 15 минут их уже бабушки, которые шли с рынка сумками, уже били всех по голове, понимаете? И как бы провокаторов на самом деле очень легко вычислить. Спецслужбы в Беларуси одни из самых сильных в мире. И я, если есть какие-то доказательства, что это финансируют какие-то там преступники, там какие-то радикалы, какие-то какие-то элементы, которые настроены против жителей Республики Беларусь, покажите их на весь мир, и вопрос снимется. Но я не понимаю, как при поддержке 80% может быть сегодня такое столкновение. Когда бьют журналистов, особенно вот эти специалисты в масках, которых и у нас достаточно в Молдавии, да, вы видели, когда самое страшное, это когда эти люди бьют людей, понимая, что они могут остаться безнаказанными, потому что никто не видит их в лицо, как бы все специальные экипировки, поэтому это на самом деле ужасно. Вы знаете, поэтому для меня это такое у меня такое мерзкое состояние души, когда я смотрю за тем, что происходит в Беларуси, что вы понимаете, прекрасная страна, с самой развитой, подчеркиваю, из постсоветских республик инфраструктуры, где есть бесплатное обучение, есть бесплатная медицина, где если там и берут какие-то взятки, то берут их в сотни раз меньше, чем у нас в Молдавии и в других государствах. Поэтому, когда военные и полицейские бьют людей, это у меня, как у человека, который проходил вместе с моими соратниками через репрессии, это у меня не может вызвать сегодня уважение. Есть доказательства, покажите на весь мир. Нет доказательств, есть два варианта. Один это провести перевыборы, но провести перевыборы абсолютно демократически. Другой вариант, можно просто уйти, и после всего того, что вы сделали внутри страны, я уверен, что вы останетесь в истории Беларуси на всю жизнь, а не так, как наши там всякие додоны, плохотники и другие ваши там коллеги из других стран. Потому что ситуация, хорошего конца у этой ситуации уже не будет. И если уже пошли брожениями даже за пределами республики, я вижу, что происходит перед зданием посольства Республики Беларусь в Москве, в Киеве, в других городах. Это уже не колокольчик, это уже колокол. И если Лукашенко уйдет из, даже не из политики Республики Беларусь, а уйдет из мировой политики, потому что этого человека знает весь мир, через то, что люди просто в один день всех вынесут, это на самом деле будет очень ужасно. Сегодня мы тоже протестовали, значит, можно собрать всю оппозицию в кабинете. Если их много, соберите на стадионе, выйти поговорить. Всегда с протестующими нужно говорить. У меня только начинаются какие-то шевеления, там кто-то начинает, общественники, не общественники. Я всегда выхожу, говорю со всеми. Поэтому, если ситуация будет продолжаться таким образом, как это происходило последние дни, то Республика Беларусь может оказаться в полной изоляции от всего мира. Очень много было вещей, и вообще, ну, я человек, который смотрит за всем, что происходит в Беларуси с самых ранних лет, будучи там студентом первого курса университета. Понимаете, то есть нельзя, вот, было очень много дел, был пройден огромный путь, было очень много дел. Еще раз повторюсь, то, что происходит сегодня, это неправильно. И любые, когда начинают бить людей, это чуть раньше, либо чуть позже, но это заканчивается. И эти все массовые волнения, все то, что я вижу там, значит, это на самом деле ужасно. Я хочу пожелать мудрости руководству Республики Беларусь, а людям, если вы реально боретесь за свои интересы, за интересы вашей страны,
за интересы ваших детей, родителей, бабушек, дедушек вы должны бороться. Самое главное, чтобы среди тех, кто борется, не оказалось так, что потом этой борьбой воспользуется кто-то, если за этим кто-то стоит. Поэтому я думаю, что тут должны высказаться независимые наблюдатели. А еще раз, как я говорю, если у спецслужб есть фактура, то показывайте. Если нет, перестаньте трогать людей, потому что эти люди просто в течение нескольких дней, там недель, просто снесут всех. И это на самом деле будет ужасное пятно в истории Республики Беларусь.